Можно еще погладить один раз? Снимать нельзя. Снимать не надо. Почему? Не надо, это частная собственность. Чья? Наша частная собственность. Мы против того, чтобы вы снимали. Если всерьез объяснять, то вы, наверное, слышали, что... Мам, не надо, пожалуйста, влезать. Это моя собака, я прошу или не снимать. Я не снимаю. Снимать можно, снимать нет. Хорошо. Потому что микролептоны туда уходят, кусок жизни отнимается. Очень тебя могли бы рассказать? Я-то всем тоже буду говорить. Микро кто? Микролептоны уходят? Да. Я серьезно. Это не эзотерика, это наука. Какая? Нейрофизиология. Нейрофизиология? Я думаю. А как, я не помню. Но я очень давно это знаю. Только очень осторожно, пожалуйста. Это, наверное, православие. Нейролептоны, что-то православное такое.